Фортепианный дуэт Нинель Бжаня и Гулиза Авизбас сформировался не так давно. В 2016 году состоялся первый концерт талантливых пианисток, решивших попробовать себя в сложном, но интересном жанре исполнения в четыре руки. И уже по сложившейся традиции аккомпанирует им государственный камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. В этом году аккомпанировать пианисткам будет и Сочинский симфонический оркестр. Мы решили даже классику сделать не скучной. У нас интересные аранжировки, которые нам прислали друзья из Москвы. Я думаю, что наш концерт понравится зрителям. Мы приглашаем всех, кто хочет встретить праздник весны с удовольствием и получить позитивное весеннее настроение. Концерт готовится к 8 марта, поэтому и тема романтическая. Знаменитые произведения великих классиков Моцарта, Вивальди, а также произведения в современной аранжировке, романтические мелодии из популярных кинофильмов. Зрителей ждет много разнообразной музыки на любой вкус. Совместное исполнение требует особого музыкального чутья и идеальной синхронизации, поделилась с нами Бжаня. Конечно, фортепианный дуэт имеет свои определенные сложности, потому что помимо того, что нужно быть в одной теме и мыслить одинаково музыкально, а нужно еще уметь слушать друг друга, чувствовать друг друга. Более того, нам всегда помогает наш камерный оркестр, можно сказать, он украшает все наши проекты. Мы именно ориентированы на наш фортепианный дуэт с оркестром. Звучание двух роялей в сопровождении камерного оркестра делает музыку намного ярче и полностью захватывает слушателя. Всех любителей музыки, а также тех, кто хочет хорошо отдохнуть и окунуться в мир прекрасного, Нинель Бжаня, Гулиза Авизба и камерный оркестр Абхазии ждут 7 марта в 18 часов в Абхазской государственной филармонии. Вход свободный. На Алакове Руслан Орлов, Абхазское телевидение.